На этой неделе к нам в студию пришли необычные гости – воспитанники детского сада номер 17. Для ребят мы провели экскурсию по телекомпании и рассказали о телевизионных профессиях. Своими впечатлениями они с радостью поделились с нами. Проходите. В нашей студии среди камер, микрофонов и компьютеров ребята очень быстро освоились. Каждому не терпелось попробовать себя в роли ведущего новостей. Всем привет! Вы смотрите новости. Меня зовут Вера Дубровина. Сегодня я вам расскажу, как мы побывали на телевидении. К нам в студию на экскурсию ребята пришли из 17-го детского сада. Их группа готовится к участию в проекте «Я исследователь». Для подготовки творческой работы им необходимо было побольше узнать о профессиях, в том числе и в телевизионной сфере. Мы готовимся к конкурсу среди дошкольников «Я исследователь». Мы очень хотим победить, и поэтому пришли к вам на экскурсию, чтобы дети поподробнее знали, какие есть профессии, и развивали свою познавательную сферу. Дети, как вам впечатление? Нам все понравилось, все круто. Мы с большим удовольствием рассказали дошколятам о том, как работают журналисты, операторы и монтажеры, показали профессиональное оборудование, провели экскурсию по телекомпании. Я побывал сегодня в телевидении и увидел, как снимают фильмы. Мне понравилось. Ребята остались довольны, а мы получили массу впечатлений от общения с ними, от их открытости и непосредственности. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».